Путин часто разговаривал с Рахмоном до официальных переговоров. Говорит, нам нет необходимости характеризовать наши отношения. Это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова, отношения стратегического партнерства. А в чем стратегическое партнерство Таджикистана и России? В героине, конечно. Да, огромное количество героина тащат из Афганистана при помощи Таджикистана, да, и это очень хороший бизнес кремлевцев, они достаточно большие деньги, 100 тонн героина, представляете, в год огромные деньги на этом зарабатывают, наличные. Так что понятно, Путин рассказал о донорском содействии России Таджикистану. Ладно, иди, иди гуляй, это Путин и Рахмон подписали заявление по итогам переговоров в Кремле. Это интересно, в заявлении указали, сколько будут, в каком количестве будут дальше тащить героин. Путин уволил главу управления приграничного сотрудничества. Но это как-то связано с вот этими встречами, да, то есть какого-то главу управления приграничного сотрудничества. В Кремле такое есть, приграничное сотрудничество. И